Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Дорога к храму» и мы, ее ведущие, священник Максим Гортинский и священник Павел Крысанов. Представляем вновь вашему вниманию рубрику «Как быть?» и плавно подойдем к нашей теме, о чем же мы сегодня будем говорить. В январе много праздников, гражданский Новый год, Рождество Христово и также, конечно, всеми любимый праздник Крещения Господня. И вот сегодня мы поговорим о том, как быть... Как быть с тем, что очень хочется и надобно окунуться в купель на Крещение Господне. То есть сходить на речку и окунуться в прорубь. Да, или на речку, или еще в какой другой водоем. Есть специальные святые источники. Сегодня это очень популярно. И действительно есть мнение о том, что это прям необходимо сделать в праздник Крещения. Ну, давайте разберемся. Как это необходимо? Если мы подумаем, что есть много минусов в этой традиции, да? Во-первых, за окном январский минус. И этот минус нравится только моржам, если они привыкли купаться в воде, да? Но отнюдь не человек, который теплолюбив. Да, и сегодня может... отец Максим выступает в роли такого человека, который озвучивает минусы этого обычая. Да. Ну и как быть? Потерял здоровье, все, что такое? Разве Господу угодно, чтобы человек потерял здоровье? Совсем... Ну, то есть это небезопасно, как минимум. Небезопасно, да, абсолютно. Еще есть минус, если мы подумаем с вами, то это обычай абсолютно не церковный. Он привнесен из народа. Народ решил, да, в свое время, что вода омывает грехи. Есть много, я слышал, версий, там, в том числе, что когда рядились и гадали на крещение, все мы знаем, что такое встречается. И вот человек шел потом. Вначале я слышал, что священник его окунал в воду, даже такую версию, в холодную, чтобы все видели, что вот за грехи надо пострадать. А потом народ решил, что хорошо бы так самому окунуться, чтобы грехи были прощены, и не надо говорить священнику ничего. Такой минус тоже присутствует. Ну да, и это не предписывается каким-либо церковным уставом, что вот нужно пойти окунуться. Ну, даже осуждается. Не раз осуждалось, и в синодальный период осуждалось. Много было предписаний, чтобы этого не делать. Но еще есть минус, какой мы вспомним с вами. Ну вот как раз это относилось к суевериям. Да. И что, наверное, тоже один именно современный минус, что обстановка при купании, так как холодно и человек не приспособлен к этому, многие допускают принимание согревающих напитков, и не только чая, да, а крепких напитков, что человек превращается уже даже не в человека чуть-чуть, а в какое-то животное, которое хочет покупаться в холодной воде и доказать свою какую-то силу посредством вот этого окунания. Да? И зачастую это выглядит небогоугодно, точно уж небогоугодно и даже некрасиво, да? Даже для обычной мирской жизни. Если грань вот этого веселья, да, торжества, она переходит, переступается, да, то смысла в этом нет. То есть довольно-таки много минусов. Ну что вы, да, ответите? Это действительно так. Но я выступлю в роли такого человека, который эту традицию будет, ну, скажем так, немножко оправдывать, защищать. Действительно, все эти озвученные минусы имеют место быть. Но вот если мы представим, что человек православный, верующий, который решил на праздник крещения пойти, окунуться в купель, он обязательно соблюдает технику безопасности. Он физически здоров, он знает свой организм, что у него не закружится голова, ему не станет плохо, не повысится давление, что он ведет себя благопристойно, он не пьющий, он никому не будет мешать. Наверное, особенно главное, если ум его свободен от суеверий, он идет не за тем, чтобы смыть грехи, а немножечко вот приобщиться событию. Ведь Господь, когда крестился, все-таки он опустился в воду. И вот человек тоже хочет так же, несмотря на то, что холодно. Наверное, это может все-таки иметь место. Какой-то положительный смысл может. Вот думаю, что да. И пусть этот обычай не совсем родом из церкви, но есть множество других тоже обычаев, которые, ну, относительно церковные. Да? Ну, например, освящение куличей и яиц на Пасху. Конечно, это обычай вжился в церковь, но он напрямую не имеет отношения к воскресению Христову.
Косвенно имеет, конечно, да, но вот один известный священник, он теперь уже в ином мире, он почил, отец Дмитрий Смирнов, рассказывал, что его воцерковление как раз-таки началось именно с того, что он приходил на Пасху освящать куличи, яйца, его привлекло богослужение, и вот он даже стал впоследствии священником. То есть какие-то такие обычаи, они могут сыграть положительную роль, если человек, он правильно настроен. Да, то есть... Во всем надо искать какую-то меру, да, положительную? Во всем надо искать меру, и важно, что у человека, конечно, в голове. Но вот интересный вопрос на тему отпущения грехов в крещенской купели. Священники регулярно предупреждают людей о том, чтобы они не питали, скажем так, иллюзорных каких-то надежд. Опустился в купель, окунулся, и ни одного греха теперь на тебе нет. Мы об этом говорим, что это не так. Но в то же время, что говорят церковные книги, например, «Требник» — это книга, по которой мы совершаем эту службу, а говорит на следующее, я даже зачту. «Мы молимся, когда освящаем воду, произносим такие слова. И дашь, Господи, этой воде благодать избавления, благословение Иорданова, сотвори ее источником нетления, даром освящения и грехов разрешения». То есть все-таки... крещенская вода, она направлена на то, чтобы нас освободить от греха. Но вот я думаю, что здесь важно? Не напрямую, наверное, освободить, потому что она не работает как вот таким. То есть речь идет не о механическом каком-то действии, да, что человек, он окунулся в прорубь, выходит, тут же грешит, но грехов на нем как бы и нет. Речь совсем не об этом, наверное. Подготовительный этап важен, наверное, да, обязательно к этому делу тогда уже. То есть если человек, он присоединяет ко всему этому действу свою какую-то добродетельную жизнь, то, конечно, как и крещенская вода, так, наверное, и любая другая святыня ему помогут. Но если человек, вот он окунулся в крещенскую воду, повесил на грудь большой крест, но при этом не хочет менять своей жизни, то это ему, наверное, вряд ли поможет. Мы можем с тобой, кстати, зачитать. Сегодня вот на телефон ко мне пришло письмо интересное. Прям памятка какая-то вот на крещение написано. Правила безопасности. И вот запрещается, там написано, купаться в нетрезвом состоянии, нырять в прорубь вперед головой, находиться в прорубе более минуты, купаться группой, купание детей без присмотра взрослых. А рекомендуется перед погружением разогреть тело, сделать разминку, подходить к проруби в удобной обуви, которую легко снять, поесть за 2-3 часа до купания. А после купания растереть тело махровым полотенцем, надеть сухую одежду, зайти в тепло и выпить горячего чая. Да, это замечательно. Ну и напомним, конечно, и сами себе, и всем нашим зрителям, что самое главное в любом церковном празднике, чтобы он был действительно церковным, это богослужение, исповедь, причастие. На этом, я думаю, нашу закончим беседу. Уже третий год в Христорождественском храме села Беседы проходит хоровой фестиваль «Колядки». Это поистине уникальное зрелище. Более 10 коллективов по очереди исполняют старинные колядки и другие рождественские песнопения. Организатор и идейный вдохновитель фестиваля Дарья Бриллиант. Ее стараниями с каждым годом число участников становится больше. Большое спасибо нашему настоятелю, который поддержал мою идею, и мы это все развиваем. Это третий фестиваль. На первом присутствовало 4 коллектива, на втором 6, сейчас 17. Ну, не все, конечно, будут, но заявки присылало 17 коллективов. Один из пунктов цели фестиваля нашего – это привитие и развитие людям именно духовной, нравственной музыки. То есть все-таки надо возвращаться к нашим корням. А наши корни, сами знаете, это были глубоко верующие люди, которые распространяли, использовали именно духовную музыку, и в том числе хоровую. А вообще сам фестиваль «Колядки», да, это семейный такой
вечер, то есть, да, когда собирались целые там деревни в одно место и колядовали друг другу, да. И фестиваль — это все-таки не конкурс, у нас нет соревнования хоров. У нас каждый хор что может, то поет. После этих фестивалей получаем много новых друзей. Из других храмов приезжают хоры, с каждым годом все больше и больше, и мы продолжаем общение и в течение года с ними, и поэтому это очень, конечно, сближает и сдруживает наши и приходы. Любительский вокальный ансамбль «Квинта» из Москвы в оригинальных костюмах с эполетами отличает и оригинальная история создания. Объединились любители пения во время пандемии. С тех пор, вот уже почти 3 года, репетируют и с успехом гастролируют не только по московскому региону. Вы знаете, мы благодаря своей беспрецедентной, наглости, да, можно сказать, мы даже умудрились 2 раза выступить в Исаакиевском соборе в Санкт-Петербурге. Просто потому, что у всех были QR-коды, и далеко не у всех были. Один раз было настолько холодно, что у нас стучали зубы от холода. Мы переобулись, естественно, переоделись, потому что это все-таки общая культура коллектива, но мы сделали это, мы очень собой гордимся. В коллективе «Радуница» поют вокалисты-любители. Хормейстер Алла Юмашева разучивает с каждым голосом партию, а после соединяет в единое целое. Особенность академического хора именно в его звучании. И тут особенность, опять же, в сочетании голосов и многоголосия. Это очень красиво звучит. Еще один коллектив хорошо знаком местным любителям фольклора. Ансамбль «Терек» из Центра культуры поселка совхоза имени Ленина. Казачество без православия никуда, потому что, когда принимают в казаки, всегда спрашивают, есть ли на тебе крест. И самое страшное ругательство у казака – это креста на тебе нет. И мы давно уже как бы увлекаемся своими традиционными песнями, изучаем все это. И народ никуда не денется от традиционных колядок. И когда мы увидели в интернете фестиваль колядки, нам очень сильно захотелось здесь побывать. Потому что все-таки в православии они более академично поют. А мы, конечно, будем отличаться, потому что мы поем традицию, то, что пел народ. Оно чуть-чуть попроще, то есть церковные традиции, переработанные специально для народа понятным языком. Среди участников коллектива 2 юноши. Культура казачества и его музыка в том числе в каждом из них с раннего детства. Мне, без исключения, очень интересно этим заниматься. К тому же я учусь на эту специальность этнографа, да. Я не мог не попасть в традицию, потому что мама руководитель коллектива. Это было, в принципе, довольно закономерно, то, что я буду заниматься традицией на протяжении всей своей жизни. К 16 годам, даже несмотря на то, что я поступил в колледж, который вообще не связан с профессией музыки, все равно музыка – неотъемлемая часть моей жизни. Мы щедривочку спеваем, от души нас возвращай, чтоб родина ваша вся жила ярко за себя, чтоб за родину добрый путь, и Господь нас не забыл. Щедрить, бедрить, дайте забери, кручай, дороги, барабельки, Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова
духовность, русская культура, она неразрывно связана с православием, исконными, так сказать, основами нашими. Что сейчас наиболее актуально, необходимо, так сказать, скрепы нашего народа в сложные времена. Я думаю, что это способствует скрепам как раз объединения. Она красивая, она уносит куда-то в глубину. Они, когда ты ее слушаешь, можно подумать о чем-то глубоком и интересном. В принципе, о жизни можно подумать. Завершился фестиваль исполнением колядки «Торжествуйте, веселитесь» в исполнении всех участников и гостей. Участники третьего рождественского фестиваля получили подарки и грамоты. Дорогие друзья, представляем вашему вниманию рубрику «Пять фактов о», в данном случае, о празднике Крещения Господня. Факт номер один. Точное место крещения Иисуса Христа неизвестно. Совершенно точно мы знаем, что Господь крестился именно в реке Иордан, а не в каком-либо ином водоеме. Но где конкретно, мы сказать не можем. Тем более, что с течением времени река Иордан изменила свое русло. Поэтому в настоящее время место крещения Иисуса Христа, скорее всего, находится на суше. Факт второй. В праздник крещения Господня река Иордан начинает течь в обратную сторону. После того, как Иерусалимский патриарх ежегодно совершает освящение воды этой реки, в ней начинают бурлить настоящие водовороты, и Иордан на несколько минут поворачивает в обратную сторону. Это видно невооруженным глазом. Факт номер три. И 18 января, и 19 января святая вода абсолютно одинаковая. Но возникает же вопрос, зачем тогда воду освящают дважды? Этот обычай связан с тем, что накануне самого праздника было принято освящать воду в храме, а в сам праздник совершалось шествие к местному водоему, чтобы освятить воду там. Факт четвертый. Крещенскую воду можно пить и не натощак. По традиции, святую воду принимают натощак по утрам, что вполне объяснимо. Первым делом человек кушает святыню, а потом уже приступает к обычной пище. Что касается оставшихся суток, то в Типиконе, а это книга, отражающая строгий монастырский устав, сказано, что неразумно воздерживаться от святой воды по причине употребления пищи. Факт номер пять. Иоанн Креститель был строгим постником. В Писании говорится, что Иоанн Предтеча ел акриды и дикий мед. Некоторые считают, что акриды – это скудные плоды рожкового дерева, которые также называют хлебным деревом, а другие считают, что это такой вид саранчи. С диким медом у нас могут возникать более приятные ассоциации, чем с саранчой, ведь мед сладкий. Но тот самый дикий мед, который можно было найти, например, в расщелинах пустынных скал, был горьким. Дорогие друзья, с вами была программа «Дорога к храму» и ее ведущий священник Максим Гортинский и священник Павел Крысанов. Всего доброго, до скорых встреч. До свидания.